показывает. Телепортировался в Кругозор. Зимние ключи, будучи ренегатом. Вот этим телепортом. И что я у нас имею? Пробежался, значит, по вендорам. К вот этому вот парню подошел. Скупил у него, значит, рецепты. 5 штук. Вот, подошел к нему. Значит, купил 5 штук рецептов. Вот, смотрите, дайте. 5 рецептов взял. Смотрите еще. К алхимику, по-моему, алхимика пусто. К алхимику не надо. Подошел еще слева вендор. Скупил у него кучку рецептов. Гляньте. По голде, по 2 голды, всю эту хрень. В общем, набрал только что. Тут еще аукционер рядом. В общем, заходишь на аукцион, пожалуйста. Одним кликом накупил куча рецептов абсолютно. Глянь. Плюс 230, раз. Второе. Плюс 32, это уже 260 голды. Ну, одна голда, ладно, можно даже выбросить. Не позориться, конечно. Плюс 100 голды, это сколько уже у меня? Плюс 330? 360 там сколько? Это вообще пустой, давай за сотку. Считайте 400 голды. Блянь. Еще 25 голды. Плюс 25 золотых. 400 голды рецепт, пацаны, хотите? 800 голды. Плюс 50 голды. 850 голды, пацаны. Так, еще рецепт. И еще. Ага, вот, 30 голды, еще лунаткань. Рецептик. Просто, ребят, один клик сделал по каждому рецепту. Потратил голды 10-15 на телепорт. Поднял 800 голды, а че? Умеем, практикуем. Ренегаты, пользуемся. Лучшая фракция, всем советую.